Статистика заболеваемости коронавирусом в Севастополе продолжает сохранять неутешительную динамику. За неделю диагноз COVID-19 подтвержден у 663 севастопольцев. Скончались за эти дни еще 36 заболевших. Всего в Севастополе с начала пандемии новой коронавирусной инфекции заразились 8321 человек. В настоящий момент выздоровели 7560. Из них 319 умерли. В стационарах находится 267 пациентов с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм 212.